Всем привет! Мы снова продолжаем свой видеоотчет о путешествии по Грузии с моим другом Вугаром. И друг мой Женя. Да. Сейчас мы находимся на горной речке около города, где родители Вугара живут. Вот, мы приехали на рыбалку с Вугаром, с папой его и с двумя папиными друзьями. Ну, я скажу, вещей, конечно, вещей, как всегда, собирают очень много, как и у нас. Сборы длятся очень долго. Всем привет. Ну, тут сом ловится. Сом и лохта. Лохта похожа, ну, похожа на головля немного, такая рыбка. Потом, как поймаем, так покажу. Все, Вугар пошел снасти закидывать. Так, мы разложили удочки, расставили снасти. Тут очень интересная такая земля. Сплошной камень, камень, камень. Одни камни. И палочки в землю не воткнуть. Приходится палочки не втыкать в землю, как обычно мы делаем, а обкладывать камнями. Вот такие вот получаются горки. По-другому никак не сделать. В камень ничего не втыкается. Вот Вугар делает еще одну кучку. Потом домой заберем. Вельске, да? Да. Надо было таких палочек с Вельска привезти. Вот. Все, снасти расставлены по всей реке вон. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь снастей. Семь донок поставлено. Также точно так же. Большой груз, два крючка. И на донку. С колокольчиком сверху. Сейчас покажу, какая тут рыбка клюет. Вот только что поймали. Сетку бы взял. Вот такие вот рыбки тут. Ну, это маленькие. Это сейчас еще днем. Вот наш ночной улов. Покажи. Еле влезает, да, Миша? Угу. Сом. Сом большой. Ты кого поймал-то, дружище? Я сегодня ничего не ловил. Нет, ты же поймал кого-то. Маленького. Так, ладно, допиваем чай, собираемся домой. Уставшие все. Уставшие, промерзшие, ночь холодно было. Днем теплая, ночь холодная. Давай ночь, тебя сниму. Ночь холодно, днем жарко. Нет, хоть тебя. Днем жарко, ночью холодно, замерзли. В трусах, тапках. Да. Все, солнце есть, светет, а Женя греется. Ночью было холодно. Далее вещей набрали. Сколько вещей еще везти, так нести-то до машины. Столько вещей набрали. Сколько? Километр надо пешком, да? Тащиться обратно до машины сейчас с этими вещами. Все. Вы на лицо не смотрите, мы вчера вернулись с моря, все обгорели, кожа вся облезла. Вот это все ожоги, это ожог за один день на море. Не знаю, я один раз только что залез в воду, меня течением сразу унесло. Но с камнями, да? Ноги ходить так трудно. Камней много. Ну не как море, да, Женя? Здесь чисто и тело приятно, а море так сжигает. Вода, на удивление, теплая. Я думал, горные реки, они холодные, но там снег, лед. Вот. Теплая вода, очень теплая. О, какое дерево! Одну ветку отрублю и домой привезу. Пальмы-то какие!
Ёлки-палки. Какие листья здоровые. Да, вот это листик. Листик такой. Уреки. Грузинский город Уреки. У меня лоб вчера сгорел вот весь день. А, вот колбу больно притронулся. Больно лоб больно. Лоб сгорел. О, капец, это за один день, за вчера. Больно так к лобу притрагивался. Высоченские деревья, блин. Кедры. Нам вчера рассказал один мужик, что эти кедры посадили в советские времена еще. Привезли из России. Вот, по идее, они не должны тут расти, но их посадили, когда этот пляж обустраивали, посадили эти кедры. О, выходим к морю. Песок, кстати, черный-черный. Черный песок. О, какой.